Приветствую вас. Давайте представим ситуацию. Мы делаем ремонт, обустраиваем наше с вами жилище. И тут вопрос подошел уже к напольным покрытиям. Вообще фирм, кто производит ламинат, хороших довольно много. Давайте поговорим сегодня об одной из них. Это фирма Карнопол. Вот как раз таки с уникальными декорами и особенными цветами у Карнопола очень-очень даже ничего. Ассортимент гигантский. В общем, короче, какие свойства и особенности? Фактура. Фактура у большинства позиций и коллекции Карнопола, во-первых, идет 3D, то есть каждый сучок, каждое родовое кольцо и трещинку мы можем пощупать своими руками. И это на самом деле здорово. Для тех, кто любит ходить босиком, класс. Далее, неповторяемость рисунка. Дело в том, что у Карнопола идет регистр со смещением, поэтому практически каждая доска имеет уникальный рисунок. Ну, фактически сам декор в виде сучка мы можем встретить одинаковый, но в каждом месте он будет, у каждой доски он будет в разном месте. Поэтому фактически повторений практически нет. И в целом это в объеме выглядит очень даже ничего. Итак, формат панели, плашки и доски. Коллекций много. Есть коллекции под французскую елку. Есть коллекции, которые имитируют полноценную паркетную доску длиной 2,20 и шириной больше 190. Можно обратить внимание на коллекции, которые имитируют массив. Это более узкая плашка. Сейчас вообще ламината с максимальной слимовской узкой плашки очень мало. У Карнопола есть такие коллекции. Очень советую присмотреться. Плюс покрытие. Оно есть матовое, полуглянцевое. Полуглянцевое особенно хороша. Дело в том, что цвет, который сделан под полуглянцем, выглядит намного ярче, чем его матовые собратья. А в целом для любителей лофт можно найти любую позицию, которая играет по-разному, имеет сучки, широкие родовые кольца и так далее. В общем, по цветам смотрите сами. Все данные декоры не оставят никого равнодушным. Кто-то каждый найдет свой декор для себя. Там и будет его личная перламутровая пуговица, которая вдруг загорится. Итак, немного о фасках. Но можно продолжить тем, что любой нормальный современный ламинат имеет фаску по периметру. Там с фаской тоже не все так просто. Дело в том, что фаска у ламината Карнопол довольно широкая, но при этом не глубокая, что позволяет ее легко убирать. Мы взяли веником, подмели, и грязи как не бывало. То есть сама грязь в фаске не застревает. Плюс при этом оно само собой не боится воды и влаги. То есть фаска, например, у вас светлая, и со временем она у вас осталась светлая, она не стирается. Плюс вода на нее никак не воздействует. То есть на месте стыка ламинат само собой не разбухает. Он дополнительно влагозащищен. Дело в том, что фаска не просто прокрашена, а она обработана восковым цветным составом, что как раз таки препятствует влаге проникнуть в сам замок и как-то повлиять на саму HDF-плиту. Ну, по поводу HDF-плиты что добавить? Ну, во-первых, она, само собой, по европейским стандартам довольно плотная, а плотность плиты как раз таки влияет на влагостойкость и ударопрочность. Плюс продолжить можно тем, что в нормальном ламинате, сами помните, я уже про это рассказывал, толщина играет совершенно неопределяющую роль. Но, несмотря на это, у ламината Карнопол будут разные толщины. Есть и 8, и 10, и 12 мм. Если вы переживаете и боль в сердце есть, то можете взять также 12 мм, но можно приглашать домой динозавров, птеродактилей и бегемотов. Но можете быть уверены, что 8 мм вполне вам подойдет под домашние и коммерческие зоны. То есть я веду к тому, что обращать внимание, само собой, на класс износостойкости и на толщину в данном производителе не всегда актуально. Смотрите на цвет. Что там еще по особенностям данной компании? Давайте немного поговорим про сборку и вообще процесс укладки. У данной компании имеется 5G замок, то бишь торцевой замок со специальным креплением. Что это дает? Это позволяет укладывать ламинат по одной доске, не собирая его рядами. То есть не нужно смыкать какие-то ряды в торце и его соединять ряд с рядом. И при этом также торцевой замок не обязательно подбивать. Он защелкивается просто сверху вниз и все. Но важно понимать, что это увеличивает требования к основе пола. Основание пола должно быть все же немного ровный. Ну, понятное дело, какие-то огрехи, это там, например, 3 мм на 3-метровый провел или 2 мм на 2-метровый провел. Но все же нужно обратить на это внимание. По поводу подложки что? Синтетическую подложку рекомендую вам использовать 2-3 мм. Если требуется поднять уровень пола с помощью подложки, советую обратить внимание на натуральные виды, такие как пробка и хвойная. Ну, чем же еще данный бренд отличается от других? Все просто, у него есть действительно особенная коллекция. Это Карнопол коллекция AquaZero, который состоит из нескольких подколлекций, которые имеют разную толщину, формат и свойства, но общее объединяет некоторые особенности. Эта особенность как раз таки в этой плите. Помимо просто хорошей плиты, в составе данной плиты находятся SPC-частицы, ну как у винила.
то есть Stone Polymer Composite. Данные частицы в составе HDF повышенной плотности позволяют ламинату быть не просто влагостойким, а водостойким. То есть позволяет его укладывать, например, в тот же санузел. Спокойно выдерживает воду в течение 24 часов, потому что максимально допустимая деформация там менее 7%. Что, кстати, больше стандарта. Стандарт, если я не ошибаюсь, от 11 до 15%. Вот, например, в подтверждение моих слов представители компании Кронопол засняли необычный интересный ролик, там где показывается, как ламинат себя ведет при разных погодных условиях, такие как дождь или снег. В общем, на сегодняшний день компания Кронопол предоставляет один из самых актуальных декоров. В целом, также довольно демократичный по цене. Поэтому, если вам нужно напольное покрытие, если вы еще в процессе выбора, очень рекомендую обратить внимание на данную фирму. Потому что эти цвета реально крутые, и они того стоят. В общем, на этом все. Мы прощаемся мы с вами ненадолго, ведь в наших салонах есть огромное количество интересных брендов, которые мы с вами рассмотрим позже. Пока!